всем привет, друзья! Смотрите, какая сегодня у нас необычная распаковка. Все мы недавно смотрели на капсулки «Синий бой», а сегодня какая-то черно-серая капсула «Underwaps», «Punk Boy» нарисован. Нарисовано также 7 сюрпризов. Очень она прикольно выглядит. «Шпионский глаз», серия шпионов. Смотрите, как классно выглядит коробочка. Нарисована другая куколка, написано «Секрет видно через 3D-очки», «Punk Boy», «Одежда», «Братик Punk Boy». В общем, что-то такое необычное. Китайцы снова выдумали, придумали. Ну и мы, конечно, сейчас откроем это и посмотрим, что здесь необычного. А вы, чтобы не пропустить самые крутые новинки, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте пальчик вверх и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. Мы начинаем эту распаковку. Друзья, у меня есть лупа, давайте посмотрим через нее, что мы увидим. Написано «Секретик» здесь есть. Больше на капсуле ничего не читается, друзья. Давайте посмотрим на коробке. Так, здесь у нас и так, в принципе, видно, все читается. А вот здесь сердечки какие-то видно. И здесь братик Punk Boy нам тоже говорит, что секрет лупы и сердечки. В общем, ну как бы ничего особо такого прям нового нету. Итак, перфорации и насечек для открытия капсулы нету. Давайте попробуем ее ножичком аккуратно открыть. Так, ну, даже ножичком не так это просто делать. Смотрите, какая-то там синяя капсула, необычная. Видите, какого цвета необычного. Второй слой выглядит просто такой черно-серый, нарисованный вариант с сердечки. Как мы видим, всего два слоя здесь в этой капсуле. Интересно, будут ли здесь вверху сюрпризы? Давайте посмотрим. Да, здесь есть вот такой раз сюрпризик. Во втором отсеке ничего нету. В верхнем отсеке также есть сюрпризик. И в переднем отсеке у нас тоже, смотрите, что-то всего прям очень много. Кодов никаких нет, если вы заметили. Так, здесь есть еще один сюрприз. Держатель для капсулы. Лупа. И видно сама кукла в своем пакетике. Капсулы, видите, механизм подсветки должен был быть, но его здесь нет. Просто держатель для куклы. Стеклышко синее с серебряными блесточками. Так, давайте откроем пакетик первый сюрпризиком и посмотрим, что здесь будет. Интересно, вообще здесь только мальчики или все куклы будут попадаться? Расческа. Зачем расческа Punk Boy? Его ХР зачесывать? Либо говорю, что коробка одна, а то, что здесь будет Punk Boy, это не точно, как говорится. Так, очень все прям запаковали, так, 100 пакетов. Так, вот такие красные здесь туфельки, туфли стандартные, очень часто попадаются, ничего интересного у них нет, ну, в копиях, соответственно. Так, здесь у нас бутылочка синяя с розовой крышечкой, и, друзья, как мы видим, никаких вкладышей здесь нету, что за коллекция, непонятно. Давайте смотреть на сам пакет. Так, открываем, и здесь вот такая картина. Иди-ди-ди-ди. Тельца нет, куколки лол, как мы видим. Видите, она какая-то прям плоская, непонятная. На руки и ноги двигаются. И смотрим одежду. Так, здесь какие-то вот такие вот шорты с кофтой сверху повязаны. И да-да-да, вот такой вот нам мальчуган попался. Все-таки, наверное, это коллекция Punk Boy, мальчиков лол. Ну, смотрите, глазки хорошо как сделаны, бровки, черные волосы тоже. Мальчик качественный, не придерешься. И еще у него такая модная футболка. Трупли на ней написано еще. Так, все, в пакетике больше ничего нет. Давайте прикрепим нашему мальчику тело. Как мы видим, оно различается по цвету. Это не очень круто, потому что мальчик у нас загореленький прямо, а тело очень светлое. Лучше бы было обычное куколки лол, но это от какой-то другой куклы. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть нелепо в своем наряде с этим тельцем. Вот так он у нас выглядит. Красные ботинки, ужасный этот комплект закрывают.
Они с ног спадают, потому что они велики. Смотрите, какая нога и какой ботинок. Просто в два раза больше. Вообще он здесь не нужен. В общем, друзья, как-то так. Опять китайцы учудили, придумали что-то непонятное. Наложили какой-то неразберихи в капсулу. И получили в итоге вот такого мальчика. Давайте смотреть, что в этих капсулах. Вообще капсулка выглядит точно так же. Открываем упаковочку. Тоже она здесь синяя. Слои не поменялись. Никаких подсказок и вкладышей снова нету. В первом отсеке пусто. Во втором есть аксессуар. И снизу также есть аксессуар. Интересно, аксессуары такие же здесь будут? Давайте сразу их посмотрим. По-моему, здесь что-то новое, сумка какая-то. Но аксессуары прям совсем такие дурацкие. Смотрите, сумка и в ней дырка. Ну, зачем такой аксессуар нужен, непонятно. Вообще не отлов ни разу. Так, снова эти, по-моему, ужасные ботинки красные, которые велики этим куклам. Да. Смотрите, какие, сколько много слоев запаковали. Просто ужас. Да, и снова гигантские такие туфли, которые не подходят этим куклам из коллекции. Так, достаем пакет. Держатель. Капсула. И здесь расческа снова. Зачем мальчикам расчески, если это все-таки мальчики тут одни, непонятно. Они больше куклам Higher Gold. И смотрим, кто в пакете. Так, снова вот такие синие шорты. Неужто нам будет повторка еще попадаться? Тельце такое смешно выглядящее. Смотрите, волну пускать. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, что еще здесь? Ого, друзья, нет, нам повезло. Сейчас мы посмотрим. Попозже чуть-чуть и... Такая же футболка, друзья. Представляете, одежда точно такая же. Так, давайте смотреть на героя. А это нам попался братик Пангбуэ. Ну вот братик прикольно сделан. Мягкая очень голова. Глазки хорошо нарисованы. Его ракес, волосы. Очень он похож на оригинальный. И прикольно выглядит. Для него даже можно найти нормальное тело от куклы Кол. И будет классный персонаж. Смотрите, как он выглядит. Но не культяписто. Даже, наверное, сейчас прямо я сразу это и сделаю. Найду ему нормальное тело. Потому что действительно он выглядит прикольно. Так, я нашел более загорелое тело с резиновыми ручками, ножками. Ну и выглядит оно получше, чем это какое-то. Непонятно. Голова на нем, кстати, плохо держится. Давайте попробуем примерить это. Так, ну для этого тела, по-моему, голова большевата. Хотя, вроде не особо большая. И по цвету она больше подходит. Если вы считаете, что старая выглядела лучше, можете написать в комментариях. Я решил попробовать вот так вот сделать. И одежда, мне кажется, здесь лучше намного сидит, чем на том сюрпризе. Смотрите, как выглядит неплохо. Кофточка, шортики, и туфли дурацкие. Вот у меня еще есть такие синие ботиночки. Прямо у нас будет комплект. Смотрите, как выглядит прикольно. Хоп. Бутылочка такая же. Бутылочки, кстати, даже тут не было, друзья. Либо я не нашел. Да, сейчас проверю на всякий случай. Нет, бутылочек нету здесь. Не было. Все, проверил. В общем, вот такой второй персонажик. Ну, второй, конечно, во многом мне больше понравился. С этим телом в одежде и еще в ботиночках этих выглядит очень круто. Для коллекции, если у вас нет оригинала, у меня пока его нету. И... Но за этот сюрпризик я очень доволен. Для копий очень неплохо. А мы еще открываем последнюю капсулку. Итак, друзья, и на сегодня крайняя капсулка, третья. Две капсулы мы рассмотрели. Одна игрушка попалась очень прям крутая. Точнее, голова. Остальное так себе. И давайте посмотрим, что будет в этой капсуле. Попадется ли нам новый сюрприз. Либо попадется повторочка. Так, давайте смотреть, кто мне был в бутылке вообще сюрпризе. Так, первый сюрприз. Пустой отсек. Еще один сюрпризик. Сразу давайте посмотрим. Да, здесь, похоже, тоже место бутылки, сумка будет.
Да, такая же непонятная сумка розовая. Для чем она нужна мальчикам? Вообще непонятно. Так, здесь что мы достали? Здесь, похоже, тоже такие красные дурацкие ботинки. Почему я их называю дурацкие? Потому что они не по размеру, друзья. Они вообще от каких-то непонятных кукол с гигантскими ногами. К этим куклам они вообще не подходят. Так. Здесь у нас снова вот такая расческа, лупа и держатель. Так, смотрим, что будет здесь. Ну, расческа точно такая же. Самое интересное у нас предстоит открыть в этом пакете. Снова такое тело. Одежда без изменений. Та-да-дам, та-да-да-дам, бам-бам. И, друзья, нам попался мальчик, которого мы уже сегодня видели. Давайте мы прикрепим голову. Одежду оденем ему шортики. Хоп. И футболочку. Одежду плохо одевать, потому что она сделана на другие куклы, не на такой размер, на обычные. Это тельце больше. В общем, друзья, давайте подведем итоги. Мы сегодня рассмотрели вот такие черные капсулки. Лол, здесь попадаются мальчики, хотя нарисованы куколки девочки. И не написано, что чисто панк-бой капсула. Пишите в комментариях, как вам такие сюрпризы, понравились или нет. А я пошел снимать для вас новые видео. Обязательно подписывайся, нажимай на колокольчик. С вами, друзья, будет вместе веселее. Пальчик вверх, комментарий. Увидимся. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.